Танцоры из Германии, Франции и США в гости к нам. Удивлены? А в Пинске накануне проходил международный танцевальный лагерь Moving Up. Организаторами мероприятия выступили Пинский горосполком, Белорусская лига танца, Белорусская федерация брейк-данца, Полесский университет и студия современного танца «Навигатор». Подробнее в следующем сюжете. Ведущие танцоры съехались в столицу Полесья для того, чтобы побороться за призовые места более чем в 20 различных номинациях. Фестиваль современного танца Moving Up собрал более 30 участников из белорусских городов. Ребята представлялись в разных возрастных категориях, в разных танцевальных направлениях. Приятно, что у нас были международные судьи, были гости из России, также наши юные пинчане приняли участие, студия современного танца «Навигатор». 5 участников приняли участие в данном мероприятии. В рамках форума прошли мастер-классы от маститых судей фестиваля. Конкурсанты, не жалея сил, демонстрировали свои таланты, выкладываясь, как говорится, на все 100. Танцевальные батлы проходили в таких номинациях, как хип-хоп, диско и хаус. Приятно, что наш пинчанин Тибец Доминик занял 2-е место в номинации «Юниоры соло». Много ребят буквально остановилось в шаге от финалов. Ну и, конечно, все это обуславливало очень серьезная конкуренция, потому что уровень подготовки танцоров с каждым годом растет. И именно этот лагерь дает возможность повысить свою квалификацию танцорам. В нем принимают участие также и наши пинчане, так как здесь преподают ведущие танцоры мира. Не побоюсь этого слова, потому что у нас в Пинске на данный момент танцоры из Германии, из Франции, из Соединенных Штатов Америки. Moving Up – рейтинговое мероприятие Белорусской лиги танца. Это значит, что участники фестиваля, которые заняли призовые места, получили высокие баллы. По их сумме в дальнейшем сформируются сборные Республики Беларусь по различным танцевальным направлениям.